За 17 лет калининская агрофирма вывела генофонд, который Национальная ассоциация заводчиков называет уникальным. Эти герифорды родом с Канады, но в Челябинске им комфортно, климат схож, как и на Алтае. Климатические условия абсолютно одинаковые с нами, может быть, только что вопрос по разнотравию намного богаче. А что не мешает, а наоборот, только даст возможность еще укреплять позиции произведения герифордов. А это и качество мяса, которое мы получаем в конечном итоге. Все это позволит здесь создать вот именно тот интерес, ту базу, которая послужит, ну, бизнес-проектом для многих хозяйств, которые заинтересуются в этом плане. За несколько лет усилиями отечественных селекционеров компактный герифорд с канадскими корнями преобразовался в укрупненный тип с высоким вытянутым туловищем. Еще одна черта животных, выведенных на племзаводе – генетическая комолость. Кроме того, мясо этих герифордов, в отличие от других мясных пород КРС, обладает высокой плотностью. Оно отвечает мировым стандартам качества и мраморности. Кстати, выход мяса – 60% от туши животного. Совершенствовать породу и дальше племзавод планирует совместно с алтайскими животноводами.